В Ульяновской области последние годы все очень хорошо меняется для молодежи. Точнее, молодежь научилась как-то здесь самореализовываться и оставаться. Да? То есть, и мне кажется, это очень здорово. Вот, и поддерживают молодежь, и уделяют ей внимание. И мне, вот, как молодому человеку, здесь приятно и комфортно сейчас находиться. Вот, и быть причастным ко всем изменениям, которые здесь происходят. Вот, поэтому, ну да, мне кажется, что молодежи есть чем сейчас здесь заняться. И, как говорят, что сейчас эти все сложные года, да, которые нас ждут в России там, и в Ульяновской области, мне кажется, что молодежь это будет именно тем самым резервом, который поможет здесь все решить со своим креативным мышлением, вот, с нашей силой, активностью, там, бессонными ночами, которые мы готовы отдавать, там, ну, неважно где, в общественной организации, на работе, в коммерческой, в государственной сфере. 73-го региона, вот, ну, наверное, пожелаю оставаться неизменным своим амбициям, вот, потому что они заставляют все двигаться и быть в таком хорошем темпе и в динамике, вот, ну и, наверное, устойчивости, вот, потому что нас ждут сложные с точки зрения экономики год, да, вот, но я думаю, что креативный взамен, вот, потому что креативить нужно будет всем в этом году.